Всем приветик! Показываю свои покупки и подарки из магазина «Подружка». Я из него только приехала, только снимаю видео, еще ничего не пробовала, но уже хочу вам показать, просто показать. Так, ну вот такую вещь я покупала уже давно. Такие клиник. Это не диски ватные, а подушечки такие. Они как диски, только квадратные. Они достаточно большие, они не такие миниатюрные, как корейские пафы. Мне нравится вот такими снимать макияж, когда я это делаю мицеллярной водой. Потому что маленькие пафы, они как-то быстрее расползаются. Надо их много, ну, короче, много штук надо, чтобы макияж хорошо оттереть. А вот такая большая, толстая, ребристая подушечка, она лучше как-то макияж снимает именно своей вот этой вот поверхностью. Так, у кого-то из девочек я видела в покупках и решила собезьяничать. Вот такие ватные палочки, где одна из конечностей, один из концов заострен, а другой обычный круглый. Я самая. Я подобные ватные палочки покупала в фикс-прайсе, потом я подобные ватные палочки заказывала от японской марки Манеки, по-моему. Теперь вот, ну, посмотрим, как эти пойдут. Если так же хороши, то зачем я буду покупать другие? Так, покупки и подарки. От Botanic Therapy, то есть от Garnier, линейка Botanic Therapy. В этом месяце в подружке акция при покупке, по-моему, двух средств. Подарок предлагается — расческа. Такая. Все поняли, по типу чего она. Ну, посмотрим, как она будет расчесывать. Возможно, как дорожный вариант, вполне таки сойдет. Как раз я хотела попробовать эту линейку. Ну, и вот тут все так сложилось удачно. Ну, и еще покупки и подарки. Я вам в прошлом видео про покупки из подружки сильно нахваливала вот эти Эколаб дезодорант кристалл, который не защищает от потовыделения, но абсолютно блокирует запах. То есть дезодорант кристалл, да, классический. Но он жидкий такой, точнее, не жидкий. Стройка на улице, надоели. Он такой не слишком жидкий, но это и не камень. В общем, это роликовый дезодорант. Видите, они здесь чуть-чуть немножечко разные. Так, здесь у нас что? Лайм, мята и лемонграсс. А здесь кора дуба, зеленый чай и масло чайного дерева. Такие разновидности. Я пробовала и тот, и другой. Оба хороши. И в подарок я вот все трясу эту бутылочку. Мицеллярный раствор. Тоже в этом месяце акция. При покупке двух продуктов по уходу за телом от Эколаб в подарок идет мицеллярный раствор для снятия макияжа с лица и глаз. Здесь его 110 мл, то есть полноценный, полноразмерный флакон у них, по-моему, идет миллилитров 200, здесь 110. Но тоже хороший вариант, особенно если на какие-то поездки. Я ничего так особо не хотела от Эколаб для тела и волос. Не знаю, что мне ничего не надо просто, наверное. А дезодоранты, они точно понадобятся рано или поздно, поэтому я их взяла. Теперь что еще касается антипеспирантов. Кошмар, я как будто бы это, вонючка какая-то. Ну, хорошая акция, я стараюсь пользоваться, потому что это тот расходный материал, который всегда-всегда будет нужен, всегда будет расходоваться. Такими антипеспирантами пользуюсь не только я, но и муж. Поэтому по акции «Купи любые два антипеспиранта, и третий будет в подарок» я взяла Garnier Neo. Мне нравятся эти дезодоранты, мне нравится, как они защищают. И, конечно, любые спреи, когда наносишь, все равно этот, ну, запах какой-то стоит в воздухе, этот спрей, но он не сильно долго держится, в общем, терпимо. Самое главное, что мне сам антипеспирант нравится, его действие, и я от него не чешусь, к счастью. В этом месяце с очень хорошей скидкой идет гидрофильное масло Hadalabo. Я в прошлом месяце, да, в прошлом месяце купила уже себе такое, но оно тогда не шло по такой скидке. А в этом месяце оно 545, что ли, рублей. Ну, в общем, я точно напишу, потому что я наизусть не помню. Но оно рублей на 200 или 250 дешевле получается. И это очень хорошая для него цена, дешевле, чем если вы его будете заказывать откуда-нибудь там с САС или еще откуда-то.
И если бы я не купила в прошлом месяце флакончик, я бы, наверное, купила даже две бутылочки. Но так мне одну в запас пока хватит. И была приятнейшая акция вот от этой корейской марки, которая, я не знаю, как читается, Апью. Вот. Акция заключается в 3 равно 2. То есть берешь 3 средства, платишь за 2. Выгодно, если вы подсчитаете так немножко цену, чтобы более-менее по одинаковой цене у вас были продукты в корзине. Ну, либо вы можете там, если вы хотите взять группу подороже и группу подешевле, попросить на 2 чека разбить. Они, в принципе, продавцы, консультанты, кассиры охотно идут на такие хитрости маленькие. В принципе, вполне законные. Так, что я взяла? Я взяла то, что хотела давно попробовать, на что очень хорошие отзывы уже читала. Спонж-крем. Это я уже с прицелом на летний уход. Все равно будет вокруг носа, там сам нос немножко жирнится. А этот крем, заявлено, что он как бы типа поглощает выделяемое сальцо. Ну и типа макияж должен подольше оставаться в порядке. Конечно, я его буду наносить вот именно на такие участки, которые у меня особенно такие, да, могут быть под угрозой. Не на все лицо. Ну, я не знаю, может быть, кому-то и на все лицо сгодится. Так, русская аннотация. Сори, болтаю, надо было давно показать. Здесь 50 грамм всего лишь его. Но я думаю, если наносить на маленькие участки, то его хватит надолго. Так, давайте посмотрим. Вот такая баночка. Я пока, с вашего позволения, не буду его открывать, потому что у нас не очень жарко еще. И я не хочу, чтобы он, ну, как бы у него начал идти расходоваться срок годности пока что. Вот, и взяла также две вот таких вещи. Читала их описание на сайте подружки, мне понравилось. Это, боюсь сейчас, вот это вот длинное слово мадикасейсид. Мадикасейсид. Средство вот с этим вот мадикасейсидом. У меня здесь флюид. И у меня здесь крем. Я почитала описание, и вот прям, знаете, это типа от всего. От разных всяких проблем, что он и увлажняет, и антибактериальный, и антивозрастной. Ну, короче, заявлено, что он делает много чего, наверное, нифига не делает на самом деле. Но будем надеяться, что подойдет. Тоже пока не буду открывать, потому что у меня сейчас средства, которые мне подходят, и которые я, в принципе, тестирую, продолжаю тестировать. И поэтому не хочу, чтобы у них тоже начал тратиться срок годности. Появилось у нас, появились новинки от Essence в постоянной коллекции. И я взяла вот эти цветокорректирующие консилеры. Зеленый и розовый. Были тестеры на эти средства. Я так на руке немножко порисовала, но вроде бы должно мне подойти. Зеленый вот покраснение, как все знают, и розовый эффект пробуждения, как здесь написано, wake up эффект. Я думаю, под глаза, если усталый вид и все такое, ну посмотрим. Внезапно взяла вот такой лак, куда поехал консилер. Вот такой лак внезапно взяла, ну как внезапно. Я посматривала на эту серию, когда еще о них только было заявлено, ну как анонсы, да, в сети. И почему я выбрала этот цвет и зачем вообще я взяла этот лак? Заявлено, что он высокопигментированный. И как вот прям на крышке написано крупными буквами, один слой и вперед. И мне интересно именно нюдовый. Неужели нюдовый может лечь в один слой и вперед? Ну, если да, то это в этом его будет ценность великая. Также, что из интереса я взяла, тестера не было. И это такое белое средство. Fade Your Shade Lipstick. Это, ну, в общем, для эффекта омбры. Вот. Был такой темный стик, и вот был такой светлый, белый стик. Темный стик мне не интересно, а вот высветлить помаду, при этом не добавляя в нее перламутра или блесток, мне интересно. Поэтому я взяла этот стик. С удовольствием буду. А он что, обратно не закручивается, да?
Видимо, да. Ну, буду тестировать. Больше из новинок Essence мне пока что ничего не приглянулось, но, может быть, я еще потом посмотрю. В подарок за покупку в этом месяце у нас идет, если вы покупаете на сумму 499 рублей продукции Essence или Catrice, вам идут в подарок или помада жидкая, или помада в стике, тени предлагаются, там лаки какие-то предлагаются, еще что-то. Мне понравилась вот эта помада, я уже покупала себе несколько штучек, несколько оттенков, и с удовольствием попросила в подарок жидкую помаду. Хотя я на нее слышала и негативные отзывы, но мне лично понравилось. На сегодня это пока все. Это все, что я приобрела сегодня в подружке. Очень мне все мои покупки нравятся и подарки тоже. Спасибо большое магазину. Буду тестировать. По ходу действия буду, наверное, что-то потом рассказывать. И в ближайшее время, что я хочу снять, это наконец-то мои обновки от Essence и Catrice. Ну, такие глобальные, не только эти, а вообще у меня же их какое-то прям какая-то кучка есть. До сих пор я люблю эти марки. Вот. На сегодня это было все. Пишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось, какие акции заинтересовали. Если у вас есть подружка в том месте, где вы живете, то пишите, что вы запланировали себе купить или уже купили. Всем большое спасибо за внимание. Всех обнимаю. Пока-пока.